Живые картины увидят посетители Белгородского историко-краеведческого музея. Работы, вошедшие в экспозицию выставки, изготовлены с использованием новейших технологий голографии физиками Санкт-Петербурга и Москвы. В истории Белгорода это уже вторая экспозиция с изображением трехмерных объектов. В этом году голографическая выставка «Живых картин» посвящена бесценным музейным экспонатам. Благодаря этой выставке наши посетители могут увидеть экспонаты музейные, которых больше нигде в Белгороде не увидят. Это древнейшее золото скифов, уникальные памятники архитектуры и многое другое. Выставка живых картин будет интересна всем – и детям, и взрослым. А увидеть воочию удивительные голографии можно будет в Белгородском историко-краеведческом музее до 17 сентября.